Итак, поговорим о Linux Mint Cinnamon 17.2 Рафаэла. Что здесь новенького? Новенькое здесь вот что. Вот прямо с главного веб-сайта смотрим. Ну, во-первых, сам рабочий стол, значит, теперь уже несколько на более высокой версии. Были сделаны, значит, изменения и улучшения, значит, ядра. Ядро стало не 3.13, а 3.16. Очень важно вот такое вот изменение. То есть, если, скажем так, застывает у вас все на рабочем столе, то набираете комбинацию вот этих клавиш Ctrl, Alt и Escape. И он вас возвращает рабочий стол, как говорится, в рабочее состояние. Это очень важная функция, которую раньше, значит, не было. Было комбинация ключей Ctrl, Alt, Backspace, она приводила к перезагрузке системы. Дальше. Значит, для консоли, значит, тоже, значит, улучшена там поддержка. Ну, консоль, терминал. Гораздо, значит, улучшено использование центрального процессора и время, значит, загрузки. Тут, значит, описывается, за счет чего. Кто очень дотошный, пожалуйста, хотите переводить, копируйте и в Google Translate переводите. Здесь скажу так, вот посмотрите сюда. Вот у меня сейчас работает программа, которая ведет запись с экрана. И поэтому у меня CPU используется, центральный процессор, на 55%. Отнимите 50%. То есть у вас потребление CPU на самом деле будет минимальным. То же самое, значит, оперативная память используется, значит, на 27%. Отнимите 13%, ну, 14%. Получите 13% на оперативку. Значит, 5 центральный процессор и 13-14 процессор на оперативку. Очень даже хорошие такие рабочие цифры. Дальше, значит, улучшена поддержка для множественных мониторов. И поддержка, значит, также сделан ряд улучшений, значит, там в панельках. У скринсейвера, значит, теперь появилась, значит, возможность через специальные, значит, клавиши, даже если экран, значит, заблокирован, то, значит, можно изменять, там, по-моему, яркость, я уж не помню. И плюс, значит, теперь скринсейвер, значит, стал проигрывать анимацию всякую. Дальше, значит, улучшение сделано в панельках. Теперь, значит, можно там добавлять, удалять, конфигурировать, как вам нравится. Ну и плюс, значит, знаете, что у вас еще есть очень хорошие панельки, значит, Кайра и Доки. Ставится спокойно через менеджер программ. Есть изменения, значит, и улучшение управления, значит, аплетами. Тоже, значит, улучшена поддержка звука в пульс аудио. Значит, он стал работать более, как говорится, стабильнее и надежнее.
и у кого там были проблемы со звуком, то думаю, что в новой сборке их будет поменьше. Системности, значит, настройки тоже были, значит, улучшены, изменены. Здесь вот тоже можно там поползать, посмотреть. Значит, эффекты добавлены и сделаны более интересными, значит, самыми разными там для окон. Значит, также вот видите, что, значит, можно тут яркость, контрастность менять, показывает, если у вас мышка на батарейке, показывает, насколько батарейка там на мышке села, сама батарея лаптопа как используется. Улучшение сделано, значит, также в менеджере, в файловом менеджере Nemo. У него теперь появился, значит, вот новый плагин менеджера. Значит, вот сам этот менеджер, значит, здесь вот плагины, и вот то, что тут описано, вот здесь можете, как говорится, посмотреть. Можете что-то добавить, можете что-то убавить, но меня, в принципе, все эти плагины, они, так сказать, устраивают на все 100%. Я ничего не собираюсь делать. Вот, штучка хорошая, менеджер файловый хороший. Теперь здесь, если что-то копируется, то копируется не все сразу, а все идет по очереди. Сначала копируется один файл, затем второй и третий. То есть последовательно. Значит, ну, доступность также была улучшена, то есть увеличение, уменьшение, значит, при помощи мышки тоже, значит, было сделано. Ну, тут стандартно, вот, пожалуйста, нажимаете клавишу Ctrl, крутите колесико мышки, и будет вам счастье. Дальше. Теперь добавлена возможность конфигурации архивов, значит, и просматривать их пакеты. То есть не нужно больше переключаться там на всякие другие инструменты там. Все здесь под боком, просто зашли, посмотрели, там галочкой отметили, что вам надо, и все хорошо. То же самое, значит, сделано для сторонних пакетов и репозиториев. Вот. Их можно, значит, там и сделать наоборот, понизить их степени и прочее. Обновлений тоже, значит, претерпел ряд изменений. И вот, а я бы хотел об этом с вами поговорить особо. Почему? Потому что вот видите, у меня сейчас он, значок его исчез. Объясню почему. Сейчас, потому что он меня, честно говоря, довольно-таки доставал. Каждый раз он, значит, там, каждые там полчаса просился там ставить обновление и так далее. И, собственно говоря, мне это очень не нравилось. И вот когда зайдете в параметры, вот посмотрите, значит, что я сделал. Ну, показывает значок в системном лотке только при наличии обновлений или ошибок. Раз. Уровни. Вот у меня отмечено только первый и второй уровни. А вот третий, обновление безопасности, точка, непроверенная запятая, но считается безопасными. Ну, а зачем я буду себе все это дело у себя размещать, если они еще пока не проверены? Вот пусть кому надо, тот их и проверяет. А я только себе оставил два уровня. Автообновление я вместо полчаса сделал раз в две недели. Что это я буду сидеть каждые, извините меня, там полчаса и бегать там обновляться?
Linux Mint сам по себе очень хорошая, стабильная операционная система. Зачем делать эту обезьянью работу-то? Достаточно обновить менеджер обновлений там, пару раз в месяц, этого за глаза и за уши хватит. А если поменялось ядрышко, тогда через программу SystemBug поменяйте себе ядрышко. А это вообще бывает там раз в полгода. Здесь, значит, что игнорировать можно добавить, чтобы не обновлялось. Ну, тут значки. Вот и все. И практически у меня теперь, значит, он мне глаза не мылит. И чувствую я себя гораздо более комфортно, потому что, это просто там каждые полчаса надо было бежать, куда-то там что-то кликать. Да извините меня, я сижу за компьютером не для того, чтобы там обновляться, а делать свои дела. Вот и все. Значит, также произошли изменения, значит, в менеджере экрана. Значит, скринсейверы, значит, работают быстрее и лучше, значит, там они разблокируются, и через логин также все это, короче, хорошая функция. Вот. Гораздо лучше стала поддержка видеокарт. И вот как они здесь пишут, что между ними даже можно переключаться там с интеловской там на Nvidia, у кого там Nvidia стоит, и делает это прямо вот через панельку. Но у меня этого нет, я знаю, что у меня просто интеловская панелька. Для меня это, скажем так, не очень актуально. И вот абсолютно замечательная вещь, посмотрите. Вот, например, у меня поставлена, к примеру, команда. Вот я сейчас скопирую вот эту вот команду, открою терминал и вот ее вставлю сюда. Вот называется apt-application и recommends, то есть рекомендации по, значит, там определенным программам. И, например, какую тут? Так, конки менеджер я поставил, Cherry 3. Ну, давайте посмотрим, наберу я конки. Конки. Менеджер. И нажимаем Enter. И вот, значит, он выдает рекомендацию, что вот желательно бы вам вот такой поставить пакетик. И тут же дает команду, как ее поставить. Вот. Берете просто-напросто, копируете вот так и вставляете. Нажали Enter, попросили вас пароль. И он потихонечку тут сейчас начнет устанавливать все, что ему необходимо. И вот, видите, все дело сделано. То есть вот эта команда, она очень ценная. То есть при помощи этой команды вы можете проверить любое свое приложение, любую программу и посмотреть, что бы система хотела, допустим, видеть, там что-то добавить или что-то убрать. И вам все дается в виде команды. Не надо вручную ничего набирать, просто взяли, если что-то рекомендуется, скопировали, в терминале же вставили, нажали Enter, и все сделано. То есть вот комбинация ключей Ctrl-Alt и Esc, выход из замерзшего экрана. И вот эта вот командочка для терминала, они очень ценные. Как видите. И сделано, значит, у них также улучшение, значит, в плане вот чего. Сейчас очень легко поменять фон рабочего стола. Вот, допустим, сейчас идет Рафаэла,
Вот у Рафаэллы можно посмотреть, какие там есть красивые и хорошие фоны. Вот. Вообще сборка, скажу так, вроде бы там супер таких революционных я не нашел в ней изменений, но сборка хорошая. Особенно вот эта вот комбинация ключей и командочка, значит, ну, делает, скажем так, сборку более жизнеспособной. Мне это очень понравилось, поэтому, скажем так, мое внимание привлекло. Ну, экран приветствия, значит, я обычно всегда вот так вот, чтобы больше и не показывать его, закрываю, потому что я сам знаю, что мне нужно. Ну, вот основные, значит, вот новинки, вот то, что было, значит, здесь сделано. Вот, значит, я, значит, рассказал. Также они значительно улучшили работу, значит, программ для записи на флешку. А теперь они потребляют гораздо меньше мощности от центрального процессора и признают гораздо большее количество разных флешек от самых разных компаний. Ну, тут и говорить, как говорится, нечего. LibreOffice также, значит, вот, значит, сейчас обновился до версии 4.43. Проверяем, проверяем, пожалуйста. Вот офис открываем. Любую офисную программу, ну вот, электронной таблицы. Пожалуйста. Смотрим. 4.43. Вопросов нет. Дальше, значит, гораздо больше было добавлено число принтеров, которые теперь Linux Mint признает и поддерживает. Это особенно важно для офисной там работы и так далее. Значит, ну, здесь еще раз повторяется, что вот сейчас, значит, сборка 17.2. Рабочий стол, значит, Cinnamon 2.6 и ядрышко 3.16. Ну, все это вы, как говорится, здесь увидели. Сборка здесь видна, ядрышко видно. Ну, а что рабочий стол, ну уж, как говорится, поверьте. Ну, и самое последнее, значит, что? Все обновления по Linux Mint 17.2 будут производиться до 2019 года. То есть впереди 4 года, как говорится, вам без особой там волнений, как говорится, живите все спокойно, все там раз в 2 недели там или 2 раза в месяц обновляйтесь и достаточно. И спрячьте вот этот значок, там я в настройках показал, как, чтобы он вам глаза не мылил. Кто там это делал, с какой вражиной сидел, это дело делал, не знаю, но это же каждый раз у людей там по 5, по 10 минут ворует. Представляете масштабы всего этого, сколько пользователей и сколько надо потратить время на это. А на самом деле достаточно там 1-2 раза в месяц, все, что сам по себе Linux Mint хорошая, стабильная система. Причем все будущие остальные версии Linux Mint до 2019, до 2016 года будут базироваться как раз вот именно на этой сборке 17.2. Только после 2016 может там, допустим, появиться 17.3. Может быть. И команда, которая, значит, занимается вот развитием данной системы Linux Mint, она, значит, не будет разрабатывать никакие больше новые, значит, сборки до 2016 года, а полностью, значит, сфокусируется только вот на данной сборке, на 17.2. Вот и все, скажем так, новости по Linux Mint. Взято с официального сайта, я вам дословно, как говорится, полностью не переводил, так пробежался по основным, как говорится, обновлениям, то, что сами они вывесили. Вот теперь, значит, вы знаете основные, скажем так, нововведения, улучшения, которые, значит, были сделаны. Но для вас это свелось в основном, значит, вот очень хорошая комбинация ключей Ctrl-Alt-Esc
И вот вам надо куда-то себе скопировать. Я ее, значит, занес к себе в Cherry Tree. Там, значит, всегда все это дело найдете. То есть вот этот видеоролик я посвятил только новинкам вот этой новой сборки 17.2. И третий ролик я уже посвящу тому, как конкретно устанавливать там, дополнительные программы, там, как менять там панельку и так далее. А это вот только ролик, посвященный именно вот особенностям данной сборки. Вот таким вот образом. Так что желаю вам всяческих успехов дальнейших и до выхода третьей части этого ролика.